Ресторан один, дела давно минувших дней. Неаполь, Италия, 30 лет назад. Эдвард, твой отец здесь. У меня для него письма. Думаю, внутри играет с Эмили. Больше он ни с кем не общается с тех самых пор, как мама... Эмилия была чудесным человеком. С похорон прошло уже несколько недель, а открытки все приходят. А твои братья? Мы справимся, даже если он уйдет на пенсию. Все равно, всю работу делаем мы. Джина, Виничо, Марко, вы совсем не изменились. Деда, осел. Что? Эмили? Вито. Папа. Всем добрый день, Филиппа. Не ожидал тебя здесь увидеть. Рад, что ты в порядке, Вито. Держи. А это что за юная леди? Эмили, скоро мой день рождения, мне почти 3. 3? Какая ты большая. Ну, мне пора. Через несколько дней состоится праздник по случаю 3-го дня рождения Эмили. И я сообщу очень важную новость. Пойдем, малышка, посмотрим, как дела у твоей мамы. Новость. Есть, он уходит на пенсию, а ресторан остается одному из нас. Помощь нужна ли нам? Привет, ребята! А игра сразу же, как только запускаешь, начинается с ролика, поэтому я не успела с вами поздороваться. Всем привет! Будем играть в ресторан Эмили и узнаем, что у нее там была за история в детстве. Нет, мне не нужна помощь. Думаю, я справлюсь, Антонио, но спасибо. Тут такая печь у них на улице. Как здорово. Летняя кафешечка такая. Ну, у них есть и там, видимо, внутри, и тут они на улице выставили. Классненько. Фонтан такой. Прикольно вообще, да ведь? Что, быстренько отпустим, да, чтобы он не стоял, не ждал. А я здесь буду готовить, видимо, пиццу. Потому что все для пиццы. Тесто с кетчупом, сыр, бекон. Мышка, мышка, где-то... Вот. Услышала я ее. Так, эти бутылочки не надо пополнять, да? Ну, сколько я поняла. С бабуся там что-нибудь придумает, что она бы хотела у нас попросить. Ага. Ну и всех мы их отпустим сразу же. Одна звезда получена, две звезды. Как мне нравится... Вот в последний раз про больничку, помните, игра была на канале? Что там постоянно заканчивалась энергия и все. А мне нравится, что здесь я могу хоть сколько играть, и очень быстро накапливаются звезды. Нету такой головомойки, как там. Это здорово. Так. Ну, закажите кто-нибудь пиццу, мы ни разу не делали. А, нет. Ну, первый уровень всегда все, что попроще. Потом у нас здесь будет какое-то блюдо, тут будет еще что-то добавиться. И здесь какой-то ингредиент. С разным содержимым будут заказывать пиццу или с сыром, или с беконом. Закрыто. Угу, держи. Мне еще вот пожилую пару надо отпустить. Угу. Ну и все 3 звездочки у нас есть, конечно же. А как вы хотели? И все чисто. Деда, что такое пенсия? Что, малышка? Пенсия.
я. Дядя Марко сказал, что ты уйдешь на пенсию и оставишь ресторан ему. Ах, вот как. Дядя Жин и дядя Винчо тоже так говорят. Пенсия. Мне давно нужно было принять это решение. Давно. Еще когда была жива твоя бабушка. Я нарисовала бабушке картинку. Ну, очень красиво, деточка. А ей понравится. Твоя бабушка на небесах, малышка. На небесах. Это очень далеко от нас. Давай-ка положим твой рисунок в бутылку и бросим в море. Тогда бабушка сможет увидеть его на небесах. Так. Это у нас с вами самый-самый первый уровень. У нас будет много ресторанов. Хорошо. Так, секретный ингредиент. Уровень 2. Поехали. Эвелин придумала, как сделать ресторан Эмили еще более уютным. Давайте посмотрим. Новый кухонный модуль. Так, но мы пока не заработали. Вы можете купить что-нибудь еще или просто вернуться к игре. Угу. А у меня сколько денег? 300. 250. Стол и стулья. 350. Да, чуть дорого. Так, это мы будем варить спагетти. Прикольно. 400, ё-моё. Так, ну хорошо, давай улучшим столик. А, более мягкие такие стульчики, да? И получше столик. Играть. Деда, что он делает? Это волшебный фонтан. Говорят, если загадать желание и не глядя бросить в него монетку, то желание сбудется. А можно загадать, чтобы бабушка вернулась? Боюсь, ты немного неверно себе это представляешь. Ну? Что ну? Марко говорит, что ты уходишь на пенсию. Это не я сказала, а ты. Кто будет главным? Тебя он точно не выберет. Не начинай. Хватит. Теперь я вижу, что успех нашего ресторана принес секретный ингредиент вашей матери. Без него у вас ничего не получится. Пойдем, деточка. Секретный ингредиент? Он наверняка где-то здесь, верно? Новый товар. Найдите секретный ингредиент. В смысле? Так. А это что? Булка. Так, надержи. Так. Ага. Так. Помидоры не это. Все? Я нашла все? Так, так, так. Значит, с беконом. Нет? А с чем? А, сыр. Потом бекон. И сюда. Подожди, по-моему, я слышала мышь. Нет? Так, она что, сгорела? Сгорела? Серьезно? Да вы прикалываетесь. Чё ты сердишься уже? Забрать. Сюда. А чё он хочет? А, он хочет монетку бросить. Нажмите на гостя, когда индикатор будет примерно посередине. Ага, ладно, будем знать. Так, давай-ка будем их всех отпускать, а то они что-то начинают беситься, сердиться. Мышь, мышь! Одну звездочку мы получили. Так, расчет.
бомба. Иди еще убирай. Сыр, бекон. Как оно быстро сгорает. Буквально не успел схватить все. Делай заново. Музыка такая приятная. Угу. Закажите кто-нибудь спагетти, интересно же. Давайте. Иди убирайся. О, какой у нас комбо мощная. Монетку, давай. Замечательно. Он нам за это платит? В смысле? А зачем покупать монетку? Как это особое? Кидай свою туда, да и все. А то получается, ты платишь за то, чтобы купить деньги. О! О-о-о! Так. А я думала, он там будет варить, типа... Ну, это соус, видимо. Готовые спагетти добавляют соус. Ну и все, знаете, ешьте. Три звездочки. Ну, мы вас ждем. Угу. Замечательная смена. Мама, мы вернулись. Эвелин, что ты делаешь на улице? Тебе нужно отдохнуть. Наверное, ты прав. Пойдем, Эмили. Так, если сдавать ресторан в аренду, он должен быть безукоризненно чистым. Папа, это чизкейк. Он был просто божественным. Но нет. Фрикадельки. Они всегда скрывала рецепт фрикаделек. Да ее фрикадельками приезжали издалека. Но нет. Она добавляла в капучино молоко морских свинок. Хватит виничо. Она клала в мороженое икру тунца. Хватит виничо. Может, спагетти были с жареными угрями? Кужин фигню всякую предполагает. Поехали. Как выудить секрет? Братья ваши заколебут. Так, что у нас есть? 350. Давай дальше пока купим. Мороженое? О, мы будем продавать мороженое. Привет, пап. Говорят, Тунец жутко кусачий. А хочешь, расскажу секретную приманку? Не разговаривать с ним. Они обожают фисташки в сахаре. Спасибо. Ну, я тебе свою тайну рассказал. Может, и ты мне что-нибудь расскажешь? Деда, надо рыбок. На рыбалку ушел. Это было гениально. Заткнись. Эдвард, тебя-то я и жду. Мне поиграть посетителям на скрипке? Ведь если не практиковаться, ничему не научишься, верно? Почему бы нет? Думаю, мысль неплохая. Так, развлекать клиентов будет помогать. Больше времени у меня на готовку. Щелкни по ним, затем по столику. А, ну я поняла, да, у нас такое было. Щелкаешь, он развлекает, а я как бы это... Бегаю пока. Ну, вот товар вот этот тут у нас. Чай или что это? Какой-то напиток. Ну, чё, мужики? Выбрали. О, тут еще листики. Какие-то. Так, а как ему сколько? Три раза надо набрать, да? Ага, все поняла. Все, все идите. Угу.
Он мышка-мышка. Так, ты развлекай их, а я пока делаю пиццу. Мне надо, знаете, что сделать? Мне надо улучшить печку. Я думаю. Может быть, она не будет так гореть? Быстро зажигать. Да, блин. Оп. Ой, нет, перелет. Простите. Что, не заплатишь? Ну, нет, заплатит, но, видимо, не столько. Хорошо. Так, ой, трое. Сейчас они сделают заказ. Я отправлю к ним скрипача нашего. На. Ну, им не надо много готовить, поэтому. Слушай, играешь ты так себе, я тебе прям скажу. Ну, такое. Ну. Так, тоже пицца. Давай-ка. Оп, оп, оп. Ну, вы слышите это? Пиликанье. Жуть. Вот это что такое? Ну, какой-то морсик, может, или чаёк. Так. Нормально. Ну, потом, наверное, на более высоких уровнях вот эта шкала будет намного меньше, почему-то мне так кажется. Будет сложнее попасть. Надумал мороженку. Так прикольно, бабочки летают. Ничего себе, какой большой заказ. Ну-ка, иди-ка поиграй. Так, значит, напитки. Вот это, мороженка. Все, мы отстрелялись. Практически. Оп, идеально. Все, мы закрыты. Работаем до последнего клиента. Так, спагетти. Не знаю, что это. Лимонад, возможно. У нас сейчас после этого уровня хватит на новую печку. Сразу ее купим. Мы закрыты, эй! Лопает, лопает. Все. Порядок. Где удочка? Папа. Пап, мы с Эвелин скоро уезжаем в Снэкфорд. Я хотел поговорить с тобой до отъезда. Ну, конечно, хочешь выпытать мамин секретный ингредиент? Что? Нет. Эдвард, разве ты не видишь, что наш отец все еще горюет по маме? Как ты можешь думать о таких глупостях? Держи, папа, это тебя обрадует. Спасибо, Джино. Гамбургер. Постой, что это? Надо же, откуда взялись эти деньги? Я лично был бы ужасно благодарен тому, кто принес мне такое угощение. Пожалуй, настолько благодарен, что открыл бы ему все свои тайны. Пойдем, деточка, скормим оставшиеся чайкам. Но они, конечно, вообще... Новость. Эмили исполнилось 3. Да, какой же новости, говорил дедушка. Давайте узнаем. Покупаем печку. 350 купить. И у нас еще остается 300. Улучшить, может быть, стол. А это что такое? Заметно увеличивает запас терпения ваших гостей. Заметно увеличивает. Хорошо, пусть увеличивает заметно.
Так, у нас уже будет 3 вида мороженого. Угу. Все остальное дорого. Все, поехали играть. Только пустое гнездо, где птичка? Папа, давай мы день для дня поиграем плятки. Ты расскажешь мне секретный рецепт? Нет! Пап, нам нужно поговорить. Папа! Эдвард, я поеду в Снагфорд вместе с тобой. Ты уверен? Пойдем, папа, пойдем играть. Найдите Эмили. Прямо вот тут. Вот она. Ой, недолет. Бабуля недовольна. Так, хоп, хоп. Это быстрый заказ. Так, она где-то ржет. Подожди, стой, 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 стой. Мышь. Вот она. Да я нажала, что не успела, что ли? Ладно, будем паузу нажимать. Не ржет вроде больше нигде. Стой, я вижу тебя. Еще 3 раза. Ну-ка, сбацаем. Так, 1, 2, 3. Сюда. Вот сейчас хорошо. Попала у тетеньки. О. Так, чай и вот это. Ага. Сюда. Это убирай. Так, я тебя вижу. Последний разочек осталось ее поймать. Угу. Держи. Где ты? Стой, стой, стой. Вот она. В окне. Хорошо. Все, успели. Так, где Рена? Чаек. Птичка-то вот где сидит. Я так не понимаю, какие на печке-то там. Лапы не жжут. Я думала, она в гнездышке будет сидеть. Так, мужчину дождемся, наверное. Чтобы всех отпустить. У него легкий заказ. Как же вы долго выбирали, мадам? Ну, тут еще что-то будет. Пустая тарелка. Так, пицца. Пицца, ну-ка посмотрим. Быстро сгорает. Нет, кстати. Видели, сколько я подождала? Достаточно долго. Вот это этому сейчас отнесу. Этим вот 4 поиграли, так что они нормально дождутся. Терпеливо. Ага, прибраться. Да, вот птичка улетела, смотрите. С печки туда, в гнездышко. О, тортик. А что-то у них одни вкусняшки. Ничего такого покушать-то не было. Вита, это восхитительно.
Я использовала секретный ингредиент, моя дорогая Эмили. Она была бы счастлива увидеть, как растет ее внучка. Папа, насчет твоей новости. 20 лет назад мы с вашей матерью открыли этот ресторан, хотя за душой у нас был всего доллар. Благодаря ее секретному рецепту он стал очень популярным. Я дам каждому из вас по доллару. Я хочу, чтобы все вы добились успеха самостоятельно, так как это сделали ваши родители. Идите, дайте мне повод гордиться вами. Помните, скоро я состарюсь. И, возможно, даже потеряю память. Это что, шутка, папа? $1? А ресторан я собираюсь дать в аренду. В аренду? Чужим людям, которые ничего о нем не знают? Хватит, мы празднуем день рождения. Вот про такое важное семейное дело, бизнес, ресторан, блин, семейный, можно было бы и не на детском дне рождения объяснять и рассуждать, что он вообще. Сядьте по местам и замолчите. Собрался бы и рассказал на другой день. Лучше бы он так и сидел заперти. Что? Что ты сказал? Этого я терпеть не собираюсь, я ухожу. Папа. Я же говорю, все переругались. Зачем так было портить ребенку день рождения? Эмили! Тоже мне. Так, пятый. Пора прощаться. Деда, деда! Как хорошо, что ты меня догнала. Чуть не забыл, твой подарок. Это особенная кукла Эмили. Когда-то она принадлежала твоей бабушке. Я хочу, чтобы она была у тебя. Не забывай тех, кто тебя любит. Спасибо, деда. Держи, дашь это письмо своему отцу, хорошо? Это очень важно. Ты куда-то уходишь? Понимаешь, Эмили, твоей бабушки больше нет. Ты скоро уезжаешь домой. А мои сыновья, в общем, я не вижу смысла. Деда, рыбки, смотри. Оставаться здесь. Да, милая, рыбки. Угу. У нас есть 500. 500, 500, может быть, вот это лучше. Новый модуль для кухни. Ускорит приготовление блюд. Ну, у нас вроде и так все быстро готовится. Ну, давайте купим. Да ведь? Почему бы и нет? О, кексики. А потом столами займемся. Птичка опять на печке. Если бы оно так же ускоряло у них эти мысли во время заказа, было бы здорово. Сыграем. Птичка, кстати, полетела. А, она на фонтане. На фонтанчик полетела, вот она. Прикольно, что она не сидит на одном месте, а летает у нас по территории. Вон. Классно. Интерактив, ё-моё. Так. Нормально. Закину. А что тут ускорять приготовление блюд, только спагетти? Что? Это все готовое он берет. Тут тоже у нас все быстренько готовится. Так. Потом две чашки и... Ну, хлеб это или что-то, я не знаю. Какой-то тоже булка какая-то, кекс. Что это? Помидорки, кстати, выглядят вот такое ощущение, что их можно срывать и использовать, например, куда-то. Как-то они выделяются. Так, это надо сыр и листики, да? Ага. Такое готовим первый раз. Монетка. Держи.
Ну-ка, с пиликой. Раз, два, три. Потом раз, два, три. И смешанная. Вот так. Чудно. Мышка. Как вовремя я туда посмотрела. Угу. Думал, что бы такое поесть. Наконец-то выбрал мороженку. Сюда вот еще эти убирай. Ага. Слушайте, как удобно, когда есть этот уборщик. Когда сам все бегаешь, и заказы, и уборка, это, конечно, тереш. Так, сюда. Вот, а соус где он? Из помидорок. Вот что это такое. Ну-ка. Подкидывает. Да. Он их собирает, это все, я поняла, для чего они. Думаю, как их использовать. А потом вижу, что у меня это заканчивается. Вот этот вот томат в кастрюле. Сообразила, что из них надо делать. Так, о, какой большой заказ. Давай я сначала девушку вот эту отпущу. Так. Кексик я возьму. Это возьму. Это. Морожку. Вот это люди пришли покушать, так покушать. Только их ждем. Так-то мы уже типа закрылись. Ой, иди, убирай. Чтоб у нас в ресторанчике было чисто. Ну, вообще, мне кажется, не прав он, что это поступил так. Сам уплыл, ресторан в аренду, а вы живите как хотите. Он же со своей женой, ну, с бабушкой-то столько времени, наверняка, сил вложил. Не жалко ему так чужим людям отдавать. Вот ты где, детка? Я как раз искал вас с дедушкой. Смотри, папа, кукла деды. Она очень красивая. А где дедушка? Пока, деда. Папа, нам нужно поговорить. Папа? А там гроза какая-то. Деда. Ты не видел папу, мы хотели извиниться. Он плывет прямо в бурю. Вот ведь шло время. Она его ждет, что ли, чтобы он вернулся, все бегает на берег. Разбился. Да? Спустя 3 дня. Папа, я хочу дедушку. Думаю, дедушка к нам не вернется, Эмили. Боюсь, он на небесах. Я скучаю по дедушке. Хочешь, я отдам тебе доллар, который дедушка оставил мне на память? Это будет наша общая тайна.
дядя, я хочу сок. Ты же знаешь, что за него надо заплатить. Профукала тут же доллар. А, она хочет туда письмо. Это тебе, деда, пожалуйста, прочти, когда будешь на небесах. Продолжить. А интересно, в этой игре она все время будет такая маленькая? Праздничная суета. Подожди, у нас какой-то приз. Тут уже будет другое что-то, да, получается? Вы получили достижение и на берег выбросил бутылку. Бутылки с письмами поклонников. Ну что, думаю, на этом первую серию мы с вами закончим. Если понравилось, вы знаете, что делать. И встретимся в продолжении. Пока-пока.